К другим темам. Получил по лицу из-за просьбы не кричать. В Красноярске водитель несколько раз ударил курьера. Молодой человек рассказал, что во время доставки нарвался на недовольство автомобилиста. Предположительно, мужчина накричал на него и уехал из-за того, что курьер помешал движению. Парень крикнул вслед мужчине, чтобы тот не повышал на него голос. Затем с тем же водителем доставщик встретился еще раз. Машина прижала его к обочине, мужчина вышел и стал выяснять отношения, а потом дважды ударил курьера по лицу. Известно, что молодой человек написал заявление в полицию, там эту информацию подтвердили. Проводится проверка.